Цхинвальские власти ликвидируют грузинские школы. В Ахалгорском районе сепаратисты намерены объединить две средние школы в одну. Причиной называется малочисленность учащихся. Как рассказывают местные жители, в школах представители де-факто властей проводят рейды. Они по спискам проверяют посещаемость учеников. С учетом того, что никаких финансовых средств сейчас в Цхинвальском регионе фактически нет, они используют то, что в данный момент у них под рукой находится. Это будут и школы, и детские сады, и любые здания, которые могут быть пригодны для проживания российских военнослужащих.